этом году нашему балу 10 лет. Созданный при поддержке ректора консерватории профессора Александра Сергеевича Соколова, за эти годы бал превратился в одну из самых красивых и торжественных консерваторских традиций и стал значимым событием в культурной жизни студенчества Москвы. В этом году мы назвали бал «Симфонией света». И пусть сегодня музыка, как звезда, как солнце, излучают свет. Это именно вы, а точнее ваши предшественники 10 лет тому назад, решили украсить свою жизнь таким образом, чтобы действительно и по окончании студенческого времени вот эта память оставалась и только становилась все более дорогой и важной. Сегодня продолжение этой традиции нам дорого тем, что всплеск энергии, радости происходит, в общем, не в простое время. И обычно этим непростым временем я просто называю сессию, которая уже, собственно, идет. И уже поэтому было бы, конечно, очень важно немножко отстраниться, немножко превозмочь напряжение. Ваш свет в глазах, поверьте, он важен для всех, с кем вы соприкасаетесь. Поэтому хочу вам просто пожелать, насладитесь сегодня вот этим праздником, этим общением и порадуйте всех вокруг себя и сами порадуйтесь. С праздником вас!